Как говорится, нет худа без добра. В ближайшие месяцы планируется открыть прямой выезд с Подушкинского шоссе на северный обход. И вот тогда стихийная придорожная стоянка превратится в большую проблему. Как для проезжающих, так и для паркующихся. Местные власти ищут выход из ситуации сразу в нескольких направлениях. Первый – задействовать парковку Одинцовского кампуса МГИМО. Решение логичное, так как почти все автомобили принадлежат именно студентам. Мы сделаем обращение от себя для того, чтобы руководство МГИМО рассмотрело вопрос по парковке, приняли какие-то решения, может быть, им удастся этот вопрос решить и снять вот проблему улицы Подушкинского шоссе за счет своей стоянки, которая находится внутри института. Такое обращение мы сделаем сегодня. Второй путь – расширить проезжую часть и за счет дополнительного пространства оборудовать уже законные парковочные места. Правда, сделать это самостоятельно местная власть не может. Подушкинское шоссе является федеральной трассой. В принципе, место есть. Мы с вами вот стоим около тротуара. До проезжей части еще есть место. Нужно с федералами проговорить о возможности, что они планируют, что здесь лежит у нас, посмотреть. Глава района Андрей Иванов также высказался за скорейшее урегулирование проблемы. По его мнению, оптимальное решение необходимо найти уже к первым числам декабря, к моменту открытия съезда с Подушкинского шоссе на северный обход. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».